Я у нас на первом этаже. Твою мать! Кабан по мне, блядь. Это что за хуйня? Кто, блядь, стреляет, нахуй? Да свои, челоботы здесь, челоботы. Это кабан стреляет. По чевыку на третьем этаже. Чевык на каком, на третьем? На третьем, чевык. А не, уходи нафиг оттуда. Пидормо, выходи. Уходишь? Да. Давай на камни, на камни, уходим на камни. Ходишь по улице, вот это вот, типа, гладишь траву, да, вот эти вот вещи всякие, вот этим занимаешься. Да, деревья обнимаю. Кошмар. Пошли выйдем сразу. Заново пойдем. Ну, прямо выходим, шайтан. Какие выйдем, пошли. Я не пойду. Не ходи. Да, надеюсь, я быстренько убью, я пойду ногу. Прости! Минус санитар. Ко мне! Твою мать! Откуда? С улицы. Ты подбегаешь? Нет. Я медленно хожу. Ты где? Внутри на первом этаже. Да, бегает по улице. Два чувака заходят. Первый этаж. Я думал, ты за мной идешь. Нет, я не успела. Они зашли, кажется. Угу. Взорвал одного. Ты по нему? Да. Хорошо, хорошо. Я на крыше, я на крыше. Один внутри, по-моему. Третий, значит. Босс за тобой пошел, убил босса. Не уходи далеко, там сейчас еще чевыки прибегут. Ну, мне надо похилиться. Аня, ты тут? Кто-то побежал, по-моему, в твою сторону. Убила? Нет, убей меня. Где ты была? Ниже, получается, была. Ну, прямо от тебя, прямо снизу. Где прямо ниже? Под зданием прямо? Или в камнях? В камнях. Убил кого-то, значит. Тельняшки? Да. Ты там телефон был, что ли? Ты там пропал. Да. Этот, как его, либо я херово попала, либо, короче, сейчас один вообще говно полный. Да, говно. Потому что я и по первому чуваку, я там нормально так выстрелила, ему вообще срать было. Не-не, это вообще дичь, ты чё? Конкретная дичь теперь это. Так, эмочку твою беру. Чё, а толку? Мне 55-1 мало. Ну хотя бери. Сашки бери. Сашку, точнее, собирай. Ну, эту выкинь тогда. Не помню, кто это. Бегу на западную. В западную. Там... Там боссы встречают кого-то с пролома уже. Огонь по туристу! Опа. Кухарь, радио походу, нет. Стоит. Лухаря убил.
Там кабан кого-то прессует с пулемета на улице. И еще, походу, боссы какие-то там есть. А он живой был все это время? Такое, ну. Да-да, на меня. Я убил у него охранника, он разозлился. Накоцал кабана? Не-не-не, накоцал. Подо мной. У меня он есть по квесту уже, если хочешь убиваю. Около пролома где-то стоит, левее, если от тебя смотреть. Да у меня тут кусты. Гранат кинут или? Перезаряжается. Аня, убивай. Убила. Хорошо. По центру. Ко мне. Это боссы с админки. Блять, это Калантай. Чё ж он не дохнет-то, блять? Ёпта. И у меня кто-то президент приходит. Может. Ну, я вроде не слышу, как крышу. Блять, он убил меня, я на крышу западки. Что с ним не так, блять, чат? Один из них беззвучный, может быть, аккуратно. Калантая убил. Не ты ко мне бежишь? Я бегу. Ага, ага. Тихо, кто-то кроме тебя. Внутри. Сейчас придет, охраняй меня. Угу, хились. Ходит за забором, ты сзади. Я, наверное, в комнатку зарулю тут в какую-нибудь, лучше там похилюсь. А, там босс стоит в конце коридора слева. Вроде бы глухарь, я убивал уже аккуратно. Глухаря вроде и я убивал. Я не понял, он лег. Сейчас дробовиком вроде бы кто-то. Убила. А-а-а. Ты килл там стоял? Да. Каска не прорисовалась вообще у него. А, там Тагила стоял. А, Тагила? Тагилыч, да, там был. Да. На камнях крыса. Там, где ты сидела? И там этот роза. Да, да. А вон кила справа. Убегаю, кричит. А этот за будкой кто-то. Не пойму, кто это. А, это глухарь? Тебе нужен глухарь? Сорвал, кажись, его. Давай, а, нет, не сорвал. Сорвал глухаря. Так, а где килл-то тусуется? А, блять, увидел.
в мусорке, там где лестница железная на крышу. Убил. Первый раз за этот вайп убил киллу. Я аж квест засчитался. Я у нас на первом этаже. Твою мать! Ты как там оказалась? Я то что первый утала. Там есть решала или тагила? А тагила там нету. Решала там есть? Я не знаю. Просто если нету, то я не пойду. Слушай, он уже ко мне подавим, по-моему. Иди, блин, что это там, ты чё? Точно боты? Я не знаю. Гранату. Блин, это не боты, что они на третьем этаже. Зря. На меня на третьем этаже контроль на этот вперед, по-моему, подъедет. Да, убил меня. Это вот та Сашка, кстати. Вдвоем зашли, нет, вдвоем. Уже вдвоем в комнате? Боты, да? А нет, чеваки. Блин, это они по тебе стреляли, походу, что ли, или что? Почему они так резко к тебе прибежали? Ой, пипега, зачем ты послал утать эту комнату? Как мне тебя выносить? Чё в подсумок положил, осознаваясь? Видеокарта. Полутала, да? Из бруса лет 100. Ну, даже по кому-то работает. Бил перед нами одного на подъеме. Ты бежишь вообще где-то, если что-то тебя потерял? Я бегу за тебя, за этих там тебе. Там обмазывался своими инъекторами. Ты что, он подъем уходит? Да. Наверху там тип был убил. Странно. Ох, ё-моё, меня боссы с админки прессуют. Я спрятался. Ладно, так и не побегу. Нет. И тут у меня у вертолета у забора где-то. Угу. Блять, они бегут ко мне. Бил? Двоих. С пролома, походу, опять заходят. Да, там третий орёт. Ты пробежал даже? Да, прохожу. Я в западке на первом. Ну, у тебя запад герет, где-то убил. Одного убил. Чего-то? Угу. Там будка есть у пролома в парке, знаешь. Да, я поняла. Ты должен...
тоже в пролом зашел, да? Я на крышу. Я буду сейчас подниматься, там, где меня тогда убивали в два раза. Второй тоже в будку зашел. Будки, говоришь? Да-да. На гранатах. Ладно, туда нормально залетело уже. Может быть, за будкой уже. Била. Хорошо. Там Тагила рядом, я на крыше бегаю. И он там спрятался. А, вот он. Есть. А, вижу крысу, сидит. Блять, гранаты, жалко нету. Он меня убил. Меня бот да убил. Ладно, это чела бот, значит. Босс? Босс убил. Да, он беззвучно поднял. Босс, на втором этаже. Хе-хе-хе. Убил мышь. Ты бежишь, Женя? Да, да, да. По-моему... Слева. Есть, есть, да, у дырки заходят. Убил. Я на крышу сразу. Просто дал грену. О, этот тут пиндос. Да. А, где стоит Урал? Первый этаж. Вход к нам, где, помнишь, я там хибился, на столе стоял. Mm. Вот. Нет. Там стоит пиндос, убивай, иди. Все, хорошо. Смотри, на вход скину с крыши разгрузку, там будут магазины. Да, разгрузку. Убил меня! Ой, блин. Никио прибежал. Оу. Ну, короче, резервы скинули. Бил кило. Сейчас вынесу. Ну, походу, ближе. Кидай. Ко мне! Сзади! Чего? Откуда, блин? Чё-то решето не сделали из меня, блин. Сука такая. Он тебя простреливает по звуку. Ага, вправо пошел. Влево пошел. Ты что, у тебя патроны все закончились, сука такая? Так, влево пошел. Встречаю, встречаю. Убил. Питер, извините. Шестой уровень. Шестой уровень, Аня. С топовой эмкой, маской, все дела. Топовые наушники за 300 тысяч. Хрен его знает. Ой, блядь, возле Урала! Западка! За Уралом. Твой, 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 твой. Давай, давай, давай. Хорошо. Засчитала? Угу. Найс. Я в восточке воюю, если что, у тебя все враги. Минус. Я хилюсь. Кажется, это он был чат, у него сумка с боссов.
Что? Где-то ган свой выкинул, успел. Ой, ПВЕшер, блять, где ты его спрятал? Ой, не найду, не найду. Где-то со стороны танка бункера убили, походу, бота где-то. Перебегая на по второму этажу. Мы где-то в лестнице стоим, походу, короче. Угу. О, блядь. По мне глухарь выстрелил. Похилюсь. Глухарь? Вроде да. Аша 12, по-моему. А у тебя в центре кто-то другой босс. Значит. Кто это стреляет? Не знаю. Чевак, походу, это стреляет на третьем этаже. Блядь, босс с парка. Да ее, Пашу мать. Петь руку выбил. Звуки пипец, я не понимаю, где чел этот ходит. Гранаты, блядь, какие-то. Это граната моя была. У тебя чел может бегать на первом этаже в центре? Да, 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 да. Это может быть чел. Это чел был, скорее всего. Я с фонариком на первом. Да господи, кабан меня до сих пор стреляет через стену. Слышь. Бил челобот. Кабан по мне, блядь. Это что за хуйня, кто, блядь, стреляет нахуй? Кабан, что ли? Да свои, челоботы здесь, челоботы. Это кабан стреляет. По чевыку на третьем этаже. Чевак на каком, на третьем? На третьем, чевак. А не, уходи нафиг оттуда. Выходи. Уходишь? Да. Давай на камни, на камни уходим, на камни. Я по внешке на камни ухожу. Блять, тут кило стоит. Тебе не нужен он, да? Нет. Я напугаю его. И уходим отсюда. Он говорит, ему пофиг. Я раненый, блядь, без патронов. Так, ты убила кого хотела, нет? Ну, он не какая-то попалась, один штурма. Штурма мертвый лежал, там на выход. А, глухарь? Блин, а глухарь вроде бы жив был. Вот как раз тут в западном парке. Ну, давай можем тут по камням подняться, может попикаешь его. Я патроны хоть закину, пока что посижу. Блять, не надо гранату. Аша стреляет. Да, это по нам. Аша стреляет. Но у него патрон херовый в Аша, можешь особо не стыковать. Я его два раза сегодня лутал, там говно. Бежит. Это охранники, походу. Челоботы. Бежит, он идет к тебе. Плохой, что ли, блядь? Он по тебе стреляет? Нет. Да, я плохой. Блин, он там сидит в кустах, я его не вижу. Он меня пытается прострелить. Да, понимаю. У тебя идеальная возможность убить глухаря, Аня. Ой, это кабан. Дым туда дам. Может, кипишнут. Ой, блядь, да. Дал дым. У него же спинка-то выше, блядь, не поднимается у ЧВК. Еще один даже челобот. Справа, челобот по камням к нам идет.
Бил, минус один. Еще один должен быть в красной рубашке. Минус. Аня, убивай уже бота и пойдем. У нас над сверху, над камнями вроде был еще один, разговаривал. Да, и один... Ты убила босса, да? Нет. Нет, а мы... Качу ты. Да убьем их сейчас, потому господи. Потому что у нас слева еще чувак. У меня хилка уже закончилась. Может, даже жрать нечего. Тебе воду надо или я еду? Нет, мне нужна просто хилка. Да-да-да. Били. Била. Хорошо. Ну, у меня и патроны закончились, короче, вообще забей. Да я тебе сейчас свой фал отдам и убьешь его просто. Ты поняла, где он там сидит, прячется? Он сейчас влево там убегал. Да, это он, это он. Встал, стоит. Ань, сюда, быстро ко мне подходи. Ко мне, бегом. Просто стоит. Я ему бошку выстрелила, а он... Вот, стоит сейчас. Вот я вот так целюсь. Видишь? Вышел? За дерево. Не-не-не. Смотри, сейчас должен выйти. Подожди, кабан справа. Аккуратно, не вылазь, не вылазь. Можешь кабана убрать? Бежит. Челоботик, походу, справа по забору, внутри. Выбежал к нам. Идет к нам вдоль забора. Убил. Кабан туда уперся, в админку куда-то. Давай, повернись. На что-то раз тебе бошку попали. Вышел, вышел. Давай, давай, давай. У меня закончились патроны. Да ты что издеваешься? На, бери быстрее. Мочи его уже, давай. Где он? Блин. Последнюю грену даю, может, заорет. Не орет. Да, ты его убил. Гранатой? Да. Блять, он что, дурачок? Зачем от него не ушел? Ну, рестартим тогда. Хамс? Могу взять, если хочешь. А, вот это возьми, сейчас штучку продашь. Так, а вот тут, кстати, вдоль забора я еще какого-то убил. А, вот этот, походу. Вообще бомж какой-то. Вообще охранник. Кабановский. Нас рашил, походу. Да, да. Лутают, лутают, бегут на тебя. Но эти два раза были обмануты, блин. Чисто по мне босс стреляет, челобот бежит. Типа, по кому он стреляет? По тебе? Я говорю, нет, походу по тебе. Ты, говорит, походу плохой. Типа, я тоже челобот предатель. И бежит, главное, на меня продолжает. Это кошмар сейчас.
Ну, а челобот, которого я убила со СВДХ, он налутало 4 джипишки. Как они формируют, да? Кратко. С 4 этих боссов, значит, забрал, да. Не, вот такие как бы ивенты, они кайф. Вот я сегодня реально, вот мы 4 часа играем с половиной. Вот. Все нравится, все кайф. Когда Тарков не душный, он такой вот прям это веселый. Блин, да ты ж садится. Чуть не выстрелила. У меня еще газ закончил. Сэмки все равно бы не убила. Я не Сэмка чешу, а я сам 62 шла. Вот это было, вот это было опасно. Я поэтому не стал стрелять, просто решил повыть. Я, наверное, потому что я же с этими болтовками ничего не делала. Скорее всего, это надо сделать, чтобы открылось. Я же на болтовке хер забила. Да ну что, реально по этому квесту дадут все ключи? Реально, что, прикористы? Там что-то дальше открылось или нет? Не, ничего нет. Типа берег настолько непопулярная карта, что даже это... Ключи они выдали. У меня даже ключ западный 301 закрыт, не изучен. Я вообще в этом вайпе не ходил толком даже берег. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.